Мы в Сан-Франциско. Мы в Лос-Анджелесе, друзья. Вновь в 6 утра, и мы вновь выселяемся из нашего отельчика-мотельчика и едем сегодня в парк Секвойя. Чекаут в мотелях происходит следующим образом. Ты берешь ключик и кладешь его вот сюда, в кейдроп. Понял? Все, ты выселился и готов ехать. После Долины Смерти мы ночевали в городке Лоэнпайн. Он находится примерно в 150 километрах от долины. И сейчас выдвинулись в парк Секвойя. Отсюда, от Лоэнпайн, до него ехать примерно 500 километров, 530. Я лечу над землей, но очень низко. На этих снимках все. Заправка в национальных парках немного дороже, чем в целом по стране. Мы нашли заправку с бензином 3,79 за. Тут такая просветная заправка. Такие прикольные чуваки. Да? Да, он там высадил этого своего деда. Пошел, короче, говорит, ну можно, типа, заплачу за заправку? Да, можно, заходи, даю ему сотку. Он такой, так, пойду, типа, сдачу поищу тебя. Пошел, ушел, я стою, там одинокая ветка сирени. Приходит, несет такую котлету, бумажки просто, вот, ну, какая-то дрянь просто. Пакет отдельно и вот эти бумажки. И такой, из этой котлеты мне начинают деньги высчитывать. Типа, ну, они по порядку, у него лежат там сотки. Такой вообще огонек. Чистит, молодец какой. Как вы думали, путешествовать по Америке приходится подрабатывать, да? Хороший мальчик, надо быть на мычьих в их оставить. So good, I gotta say, baby, I can look away. And I love the shape of your lips and the way you swing your hips, baby. You just made me run out of the words to say. Oh, 'cause you feel like somebody. Так здорово, когда едешь по 232-й роуд, по обе стороны дороги растут апельсиновые деревья. Вокруг плантации столько зелени, апельсиновые деревья, виноградники. Could I be your number one fan, baby? Could I be your number one fan?
could I be your number one fan if that's cool? Could I be your number one fan, baby? Could I be your number one fan, baby? Could I be your number one fan if that's cool? Say, baby, I can look away. And I love the shape of your lips and the way you swing your hips. Baby, you just made me run out of the words to say. Oh, 'cause you feel like somebody that I used to know, but I never met you before. Baby, I just need to know more. Мы приехали в парк Секвойя. И очень ожидаемо, что дорога, которая нужна и нам, она закрыта. Поэтому мы нашли местечко на парковке и шлепаем пешком к Шерману. Где еще лежит снег. Не хватает селфи-палки. Идите сюда, как будто бы. И не одна. Иду. Я на всех локациях одна, вот и путешествую одна. Смотрите, какую шишечку нашел. На фоне моей головы надо сравнение. Шишка, малышка. Еще больше. Ну ладно, туннель посмотрели, что Шерман-то где? И кончился туман. Помните, мы вчера в Долине Смерти говорили, что очень жарко, и 39 – это перебор. Так вот, сегодня совсем не жарко. Очень, в Секвойе очень холодно. И 39 – не перебор. И 39 – это отличная температура. Мы очень замерзли. Имейте в виду, что в апреле в Секвойе лежит снег и очень холодно. А у меня, влажно, видимо. Между прочим, под курткой еще пуховик. Так что... Тут правда очень холодно. Берите перчатки. Перчатки обязательно, да, надо брать с собой. Вот это маршрут? Да, это трейл. Друзья. В смысле? В прямом, погнали. Ой, в смысле? Тут высота снега метр. Огонь. И по щиколотке в снег.
11 метров ширина. Самое старое дерево. Ребятки, немного информативной минутки. Мы были сегодня в парке Секвоя. В пересчете на биомассу получается, что это самые большие живые существа на планете Земля. Генерал Шерман. Высота 83 метра, обхват 11 метров, вес ствола почти 1400 тонн. Генералу примерно 2500 лет, и он может простоять еще 1000, а теоретически, если его накрыть огромным колпаком, то целую вечность. Умирают данные деревья, как правило, по воле злого случая, со страшным грохотом и треском, подкошены ураганом, огнем или эрозией почвы. А так они, можно сказать, что бессмертны. We are something special. I love extraterrestrial. We don't know how good we have. Опытным путем мы выяснили, что в городке Фресно в пасхальную неделю поесть негде. С горем пополам наше единственное рабочее заведение – крабовое. Сейчас будем кушать. Надеемся, что это будет вкусно. Мы приехали в классический мотель в городе Фресно. И смотрите, какой тут очень даже приличный номер. Тут есть кофейные принадлежности, кожаная куртка в подарок и вполне себе приличная ванная комната с душиком. Новый день, и мы вновь в дороге. Сегодня мы выдвинулись из Фресно и едем в сторону национального парка Йосемити.